звезда. Какие наушники выбрать для прослушивания музыки или работы, или даже сведения до 6000 рублей? Взял сегодня 3 пары на обзор. Попробуем, послушаем. Ну что, поехали! Всем салют, друзья! Меня зовут Олег Никитин, вы на канале No Limit Zone, и сегодня разбираемся с наушниками. Итак, у нас здесь Audio-Technica ATH-M30X, Sennheiser HD200 Pro и Shure SRH440. Я сделал несколько пунктов, и сейчас мы прямо по пунктам будем идти и давать баллы. Первое место 3 балла, второе 2 балла и третье место 1 балл. Давайте начнем с дизайна. Дизайн — вещь специфическая, и каждый в большей степени решает сам для себя, что тут больше нравится. Но лично мои предпочтения: Sennheiser выглядят просто отлично, они очень стильные. Матовая поверхность, вот такая ребристая часть на самом наушнике, и для меня они выглядят лучше всего. 3 балла Sennheiser. Audio-Technica выглядят неплохо, у них здесь очень симпатичный логотип, есть брендированная вот такая дужка. В целом тоже очень приятные материалы, кожа, матовый пластик, в общем, 2 балла. А вот Shure мне понравились меньше всего. Во-первых, вот этот витой провод, вот этот вот, не очень мне зашел. А также вот здесь есть цветные синенькая и красненькая вставочки, и в целом как-то они и чувствуются, и ощущаются чуть похуже. Так что по дизайну здесь 1 балл для Shure, 2 для Audio-Technica и 1 для Sennheiser. Далее у меня идет пункт удобства. Насколько удобно они сидят на моей голове. На самом деле здесь все тоже очень индивидуально, и каждые наушники сидят по-своему на разных головах, что логично. Но вот именно для моей головы это на первом месте у нас идет как раз Audio-Technica. На втором месте я поставил Shure и на третьем Sennheiser. Sennheiser для меня жестковатые, и сами чашки довольно маленькие. Мне кажется, что можно было сделать их чуть больше, и в целом довольно жестко в них находиться. Я работал в каждых примерно по 3-4 часа подряд, и вот по итогам этого времени понял, что для меня все-таки Audio-Technica самые хорошие. Но еще я провел тест с Катюшей, со своей девушкой. Она послушала все 3 пары, и потом чуть позже, когда перейдем к качеству звука, я вам покажу тест, и соответственно проставил и по удобству баллы, и по качеству звучания для нее. Кстати, результаты у нас разнятся, вот ей по удобству больше всего Sennheiser понравились, но к этому чуть позже. Теперь, пожалуй, самое важное и интересное — качество звучания. Опять же, здесь все очень индивидуально, я вам рекомендую приходить в магазин, брать наушники и тестировать их на разных, ну, допустим, на разных треках, на говорящей голове какой-то, типа моих роликов, например, и так далее. Итак, для меня самым лучшим звучанием является Audio-Technica. Там очень хорошие богатые низы, очень четкая и читающаяся середина, и не такие противные, резкие, высокие. Далее Shure. Действительно, неплохо звучат, не очень далеко от Audio-Technica, но там более чистая середина и более яркие, резкие верха. Мне это не очень нравится, поэтому пока остановился на Audio-Technica. А вот Sennheiser для меня звучат грязно и, вы знаете, очень так плоско. На мой взгляд, звуки смешиваются в кашу, и чисто для моих ушей это не самый подходящий вариант. Но вот Катюшке больше всего по звучанию понравились Shure, а потом Sennheiser, а вот Audio-Technica вообще не понравилась. Так что тут все, опять же, с точки зрения предпочтений варьируется. Но именно с точки зрения звукопередачи, правильности звучания, на мой взгляд, Audio-Technica здесь самая четкая. Теперь давайте посмотрим тест от Катюши, и потом я вам расскажу, какие результаты в итоге получились. Привет! Так, Катюша, я тебе сейчас буду давать наушники, ты не подглядывай. Будешь слушать и записывать баллы. Хорошо. Попробуй, как сидят, не давят ли на голову, все ли удобно. Давят. Хорошо, ну ты можешь там потихоньку записывать. Это у нас первое. Так, приготовились? Слушаем. Вот так? Ну, так себе. Ой, какие они непонятные. Ну, я еще хуже по звуку поставила балл. Давай еще вторые и третьи попробуем. В общем, хочу себе, чтобы работали как эти, сидели как те. Понятно. Я звезда, я звезда, я звезда. Ну,
Итак, Катюша на первое место по звучанию поставила наушники от Shure, причем с большим отрывом. На второе место Sennheiser, а на третье место Audio Technica, причем тоже с большим отрывом, не понравился звук с них. Это говорит о том, что обязательно нужно проверять лично для себя, мерить, еще раз тестировать и хотя бы 15-20 минут в наушниках провести перед покупкой. И давайте по удобству. Катюша по удобству на первое место поставила Sennheiser, потому что они самые легкие, и у нее ушки поменьше все-таки, чем мои примерно размером с лопух. И ей было комфортнее. Они не так давили ей на голову, но, видимо, у меня и голова побольше, так что здесь все логично. На второе место Катюша поставила у нас аудиотехнику, и Shure совсем не понравились, она их назвала наушники пилота в самолете. То есть они очень большие, громоздкие, тяжелые. Для нее вот такая статистика. Теперь комплект. В комплекте у Shure мы даем им 3 балла и первое место. У нас есть съемный кабель. Съемный кабель — это всегда хорошо и удобно. Можем его вот так повернуть и вытащить. И также на всех наушниках у нас есть адаптер с большого джека на мини-джек, который можно подключать просто напрямую в компьютер или, соответственно, подключать уже в телефон, например. А Катюша слушала, и я слушал через аудиоинтерфейс Audient EVO 4, EVO 4, и через него звук, конечно, поприятнее, чем просто напрямую воткнутый в телефон. Кстати, Катюшкин голос. И также в комплекте у Shure идет сумочка. Сумочка очень приятная. Весь комплект туда легко помещается. Это большой плюс. На втором месте у нас аудиотехника. Тоже с сумочкой, тоже с адаптером. Но ничего больше. А у Sennheiser только адаптер и нет сумочки. Да еще и не складные. Об этом чуть позже. В общем, такие баллы. Идем дальше. Теперь качество сборки и складная конструкция. Здесь я поставил следующие баллы. Shure я поставил здесь 1 балл, и аудиотехники тоже 1 балл. По качеству, мне кажется, они примерно одинаковые. Мягкая душка, но вот у аудиотехники еще даже мягче. Качество самой кожи и качество самих амбушюр тоже очень хорошее, мягкое. Ну, здесь они примерно одинаковые. И складная конструкция у аудиотехники — это вот такая конструкция. А у Shure более классическая — вот такая конструкция. В принципе, и та хорошая. Sennheiser, к сожалению, вообще никак не складываются. Здесь только есть вот такой поворот. Ну, соответственно, у наушников от Audio-Technica, господи, как тут все сложно, есть, соответственно, тоже и поворот примерно такой же, и удлинители. Сами материалы достаточно хорошие. Здесь у нас металл или какой-то алюминий. Здесь у нас пластик. И здесь у нас тоже пластик. В общем, по одному баллу дал Shure и аудиотехнике, а Sennheiser ничего не получил. А сейчас более техническая информация. Итак, мощность. 2 балла у нас получает аудиотехника, 1300 мегаватт. Sennheiser и Shure по 500 мегаватт и получают по 1 баллу. Теперь сопротивление. 47 Ом у аудиотехники, 44 у Shure и, соответственно, 32 Ома у Sennheiser. Соответственно, 3 балла, 2 балла и 1 балл. Частотный диапазон. То, какие частоты наушники в принципе могут воспроизвести. Здесь хочу отметить, что верхняя граница у всех 22 тысячи, ну а соответственно нижняя граница 15 у аудиотехники, 20 у Sennheiser и получается 10 у Shure. Но человеческое ухо все, что ниже 80, практически не воспринимает, так что здесь, наверное, баллов никому не дадим, просто для информации вам озвучим. И теперь стоимость. Благодарю компанию Kremlin Store за предоставление наушников Shure и наушников Sennheiser. Аудиотехника — это мои собственные. И цена у них у всех примерно 6000 рублей, можно найти и дешевле, я где-то видел даже за 4900, так что вперед из песни, выбирайте те, которые вам больше нравятся. Обязательно в магазине их послушайте. Наш голос садится немножко. Обязательно в магазине их послушайте и сделайте выбор самостоятельно. Просто слегка прислушайтесь к моим результатам. А теперь к результатам. Sennheiser набрал 13 баллов, Shure набрал 16 баллов и аудиотехника набрала 17 баллов. В целом все три пары наушников очень неплохие, мне в целом понравились, но аудиотехника и Shure все-таки действительно и по баллам, и по моему восприятию, получше. Тут решайте сами, важен ли вам отдельный кабель, но здесь любой вы не воткнете, только фирменный от Shure. Нужен ли вам вот этот вот механизм, да, витой кабель и так далее. Поэтому напишите свое мнение в комментариях, какими наушниками пользуетесь вы. Если вам понравился контент на моем канале, то нажмите лайк, подписку, колокольчик. Это очень важно для меня, я это очень ценю. И спасибо вам большое за просмотр, и увидимся с вами в следующем ролике, друзья. Пока!